Ну что ж, всем привет, с вами я, Забай Витер, мы сейчас играем Uncharted. Uncharted будем играть. Ну, конечно же, поехали. Это у нас новый Девон, 18-я часть. И... осталось до финала немножко. Так что, короче, как-то так. Это что? Дигна какая-то там. Что-то подобное. Давай сокровища возьмем. Попляем. Так, а куда нам дальше? В эти ворота уже не выйдет, походу. Придется забираться. Нужно перелезть. Да ладно, как ты узнал, что нужно перелезть? Так, по-моему... По-моему, сюда и как-то. Нужно немного помочь. Выглядит ненадежно. Так и есть. Аккуратней. Так, а ну. Ох ты ж, ебать. Ну, залезай. Ну. Юшки, чуть не упал, ёб твою мать. Да ладно. Не, ну вверх не выйдет. Походу придется подсаживать или что? А, не, можно вот так. Так, а куда дальше? А, ну. Ну. Давай. Все нормально? Да. Ух ты. Вотчина пирата Эвери. Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Но косметический ремонт может спасти. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт! Что? Что там? А, дверь. Сэм? Ну, хоть жив. Это пока. Пошли. Так, поехали брата нас спасать. Братанчик. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. Окей. Чё, просто... Просто прыгать? Как бы не особо хочется. Ладно, давай. Раз уж нужно просто прыгнуть, почему бы и нет? Есть какое-то сокровище там? Еще что-нибудь? Было бы хорошо. Если было бы сокровище. Так, сокровища нет. Значит, ниху нету. Хорош, красивенько, бля. Да ну шо ты? Ага. Выбирал положение, как правильно стать. Что происходит опять? Сюда, пригни голову. Так, ёшки.
А ну подождите. Нужно немножко добавить здесь. Я про это забыл. Здесь громкости не хватает. Хотя можно было бы поднастроить, но да ладно. Дракон. Здесь жил Кристофер Кондент. Кадет. Кристофер Кадет. Черт, наемники. Наемнички. Вижу их. Сейчас будем валить. Угу. Здравствуйте, ребята. Ой, сука, палит. Говна кусок. А вот и все. А вот и все. Давайте хоть одну миссию по стелсу там или что-то типа такого. Ты. Спецназ заплывает. О, привет. Она уже здесь. Кто-то нас почти заметил. Кого берешься? Я никого не видел. Это еще что? Вот они где! Да сюка! Ну, все как обычно. Да сюка! Это нереально так сразу их. Заебошить всех. Я просто не заметил этого, если бы я сразу его. Какого хрена? Ладно, придется ебошить. Так, блять, все равно урон пролетает. Я не успеваю заметить, кто где. По мне уже сыпят. Окей. Ай, патронов нету, как обычно, блядь. Блять, дайте сначала осмотреться, я никого не вижу, они. А я его. Куда ты прыгаешь? Ёбаный рот. Да никого ж не видно. Особенно этого черта на крыше. Бляха. Нифига, нормально, слушай. Вот эта тема. Цена заебашил. Неплохо так. Что-то какие-то призы ловятся. Иногда. Очень странно. Вроде такого не было. Ну что это за фриз? Прикол.
Блин, где нас так берется много? Где вы беретесь? Где вы беретесь? А ну что ты стоишь, блядь, в некоторых моментах? Так, сука, дико выглядит, конечно. Ты смотри, засыпает, засыпает, ну. Падла. Вообще просто все видно. Ладно, одного нет. Снайпер там не слишком меткий. Офигеть, один патрон остался. Типа на удачу. Где этот? Где ты, падла? Че, где-то на крысу меня убьет. Чего не видно. Нормалечек. Да ёб твою мать. Да поднимайся, ёб твою мать. Как ты меня словил-то, ёб твою мать? Вроде все. Ты цела? Да. Вроде было неплохо со второго раза. Может, через пещеру пройти? Стоит посмотреть. Давай посмотрим. Под воду нужен, да? О, как. Под водичку. Ну, поплыли в новый Девон. А хотя мы уже в нем вроде. Вроде как. Какие-то пещеры, блядь. Оки-доки. И мы пришли. Мы сюда добирались, пиздец, сколько. Это прям жопа. О, а что это такое? Женщину какую-то повесили. Записка тут есть. Что-то есть. Что написано? Отец-основатель Уонт, я обещал вам скорую месть, что вы забрали у меня. Я заберу у вас. Отец-основатель Балдрич. Балдрич, отец-основатель. Балдрич. Оба основателя. А мне как бы в обход нужно или прыгнуть в речку там или в этот прорыв типа? Херня. Освежает. Да, свеженькая водичка. Не, все же не сюда. Блин, опять скидывать эту за ящик. Опять скидывать этот сраный ящик. Ё-моё. Так, давай. Ctrl, да?
Так, куда его? А, водичку скинуть. Типа сразу, да? Чтоб она там пробила? Или что? Я кидаю. А, нет, подожди. Придется сюда подтягивать, да? Давай. Иди к папе. А, просто держать нужно кью. А еще назад нажимаю. Ну вот, есть. Куда его ставить? В эту сторону? Такое ощущение, будто нужно было туда его. А, вот. Дамы, вперед. О, как мило. Хочешь сделать меня приманкой? Не, я просто джентльмен. Просто подкалываю. Да уж, уже всего исколоть успела. Спасибо. Опа! А вот это уже приколдес. Оу, не так же сильно, прям. Ну, неплохо. Бля, опять плыть куда-то нужно. Ты как? Я нормально. А ты? Вымок до нитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. В остальном все тип-топ. Да. Ладно, все. Пора идти. А, в основном все тип-топ. Попробуем пробраться через этот дом. Ага. Я иду. Ага, точно сюда. Я думал, просто не туда плыву. Ну, ладно. Все же правильно. Окей, ушки. И этот дом наебнется стопудово. А потоп устроили поселенцы? У них, конечно, были на то мотивы. Но ты не уверен. Как-то это странно. Затоплены все дома, кроме одного. Эвери. В точку. Что это за... Это что, фазан какой-то или что это? Качка. Кряква. Хер пойми, короче. Вон здесь еще. Птичечка. Красиво. Да нет, птица какая-то. О, что это? Отец-основатель Полдридж. Мне стало известно, что вы готовитесь напасть на меня. Будучи таким же пиратом, как и вы, а также вашим другом, и дружба наша началась задолго до основания Либертали, я прошу вас, прошу, прислушайтесь к моим словам. Ей-богу, чтоб было все хорошо, прислушайтесь. Господи, тут прямо повелитель мух. Не то слово. Ну, не сюда же, правильно? Или все же туда? Мне казалось, нам опять куда-то наверх нужно, типа... Да, походу туда все-таки. Ну, поехали. А. Опять затоплено все. Да, надеюсь, мы не опоздали. Можно стрельнуть?
Эти пушки сюда откуда-то перетащили. Импровизированные укрепления. Они не ожидали вражды между собой. Ну да. Жаль, нельзя стрельнуть. Было бы прикольно. Какая красота. Что, опять какая-то загадка или что? Эй, Нейт. Да. Смотри, похоже, там выход. Где? Ага. Сверху. Давай, давай. Воу-воу! А, понятно. Сильнее, чем кажется. Понятно. Это все так должно быть. Как нам забраться, во-первых? Высоко не подсадишь. Да что ты делаешь? Сука, специально сделали такой сильный, что нельзя было. Вообще никак. Ничего скинуть, да, тоже нельзя. Как туда тогда добраться? Во дела какие? Во какие дела? Подожди, а здесь тоже, да? Кажется, нужно с какой стороны как-то зайти туда. Может, есть какой-то вариант? Да не, походу все-таки внутри нужно искать выход. Ну лады, значит внутри. Значит внутри. А ну. Часы какие-то там. А как я должен туда плыть? А, бля, ну а чё, блин? Ты ж сука. Всё-таки доплыл. Спасибо! Из тебя отличная гиря! Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это как комплимент. Да, комплимент! Ага, теперь отсюда нужно. Туда прыгнуть. Наглотался воды. Молодец! Я наверху! Ищу путь для тебя! Не получится. Один не справлюсь. Хорошо. Давай вот эту хуйню скинем. Почему бы и нет? Может так? Опять сейчас все упадет, развалится. Поберегись! Вот. Отлично. Уберем это с дороги. Ага. Эй.
Все-таки зачем было поднимать? Можно было, наверное, просто перекинуть на ту сторону, и можно было бы пролезть. И все. Пули нет-то. Ну ладно, ладно. Чего? Смотри. Знак Томаса Тью. Значит, мы в его доме. Второй по старшинству. Идем на повышение. И что, мы сейчас все дома будем пробегать пиратов? Или что? За прикол. Господи. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю, отрава. Очевидно. Это что, типа общество богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Томас Тью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровища. То есть людей они убрали, а между собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Так, ну что, поехали. Ага. Нормально, хули. Поели, попили. И спать. Да, это нам уже говорили. Да закрой. Что здесь еще было? Можем записать, да, этот момент? Вот. Для потомков. Угу. А чего этот без стула? Ага. Откинул стула. И все. Да, жестенько, жестенько. Нагнуло пацана.
Так, нам сюда, походу. Не? Тю. Так, ну иди, что ты замедлился? Да беги, иди. Эй, давай сюда, потихоньку. Осторожнее. Да ёпта ему. Ну что за дела? Все нормально. Справлюсь. Встретимся наверху. Так, вот так нужно, да? Эй, ага, с этой стороны. Привет. Вот и смотри, что там стоит. Ах ты ж, сука. Уже стоят, блин. Нейт, грузовик наемников еще Понуться. Здесь. Весь город просто плывет. Вижу. Смотри в оба, хорошо? Ладно, буду смотреть. А что там интересного? Так. А, нам оббегать нужно сюда. Еще пушки. Как в поместье Тью. Похоже, яд оказался сильнее пушек. Что? Ну, он же, в конце концов, отравил всех. Ну да, не смешная шутка. Да, точно. И теперь мы в доме Генри Эвери. Ну, сейчас заценим домик. Ой, эту главу нужно было, не знаю, назвать не новый Девон, а как-то там по домам. Что-то типа того. Званый ужин. Показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Ты про своего продюсера? Нет, менеджера в Мачо Начос. Ты работала в Мачо Начос? Это было еще в школе. Что, и шляпу носила? Мой начальник как раз был психопатом с паранойей. Что взять с менеджера в Мачо Начос? Эй, полегче. Так, а куда нам прыгнуть сперва? А, чё, это то, что... А, да ё-моё. Тоже место прыгнул. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли? Хрен знает, куда они пошли. Натоптали, оружие поставляли. И где? Ну и наемнички. Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. Да, кстати, возможно. Че, в Uncharted такое возможно? Исчезли. Особенно под конец игры. Призраки точно могут быть. Я не удивлюсь. У нас там были в предыдущих частях всякая ебанина, грубо говоря, то здесь, ну, тоже, наверное. Сейчас будем орду пирата валить. Было бы весело. Ну, вниз спуститься или? Или что? Эй, иди сюда.
следы ведут в эту дверь. Ну, открывай. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. О, черт! Наемник. Ох ты ж, нихуя себе дядя там. Бля, это будет, походу, сложно. Нихуя, блин! Нихрена себе! Это будет сложненько. Блин, самое печальное, что у меня гранат нету. Я бы сейчас навалил ему греночек. Было бы еще более-менее. Да ёпта, блин. Нормально, слушай. Еще. Да ебать ты. Хороший человек, сука. А, ну, сохранил, это круто. Просто... нормально вообще? Прикинь, хочу стрельнуть, он сразу прячется. Еще не все. Еще. О, блин, нафиг патроны, проблема. Вечные. Да сука, кто? Эй! Вот это... сучора. Хелена, блин, смотри, куда нужно. Чтоб меня сзади не завалили, блин. Еще! Держи. Граната! Сочная. Сочная граната. Так, забрали пацана. Алло, блядь. Сука, мне это совершенно не нравится, блядь. Блин, нихера епошка, конечно, пушечка. Блять. Еще один. Да подождите вы. Ладно. Да блин. Смотри, сразу еще один заходит. Вы что, ебанутые? Запутался в ебаных ящиках. Кто
кто там стрелял, блядь, оттуда, вообще непонятно. Все. Да ну встань ты, ебать нахуй. Ёб твою мать, нахуй. Бля, как мне не нравится, когда он так где-то застревает. А ну серьезно, ну блять, завали ты его нахуй. Он же, блять, мешает. Я в ахере, какие здесь помощнички, блять. Просто в ахере. Как тебя будут ебать везде со всех сторон. Даже не отвлекут. Шо это произошло, блять? Чем меня нахуй завалило? Непонятно. Сидел себе спокойно. Мне чем-то заебошило. А у него там типа домик, да? Чего, блин? Вот объясните, откуда это ебаное летело что-то непонятное? Я не пойму, она вообще не стреляет. Ну, то есть, как это? Я думал, нам напарников давали для того, чтобы они что-то немножко стреляли, не? Ой, ебать. Ладно, будем бегать тогда. Иди нахуй с этой хуйней, блядь. Давай, беги. Да что за хуйня? Thank you.
Кстати, ну от как... Сука, ну и как мне отсиживаться в этом ёбаном угле, нахуй? Подождать что-то мне жизни, если они тупо нахуй тебя задрочат, нахуй. Потому что оказывается, блин... Напарники здесь такая хуйня полная. Ну вот, чел отбежал, нахуй. Два патрона по нему ебануло и все. Она здесь ебошит. Класс. Когда-то пройдем, короче. Я так понял. Заебали, вы даже не знаете, где я сижу. Да сука, дай хоть. Ой, какой же дебилизм, сука. А ну что ты застрял здесь, блядь? Ну ёбаный ты рот, сука. Ну что за бред? Я в ахуе. Ебать место, нахуй. Просто дебилизм, нахуй. Куда-то где-то он застрягет, блядь, что-то там прыгает. Что-то туда не может попасть, нахуй. Эти уёбки обходят, блядь, везде. Смотри, бежал, блядь, где-то, нахуй, перепошился. Чё, блядь? Этому челику нихуя? О, пыри настал, всё, стоит, блядь. С одного выстрела, блядь. В смысле с одного выстрела? Что за бред? Сука, хули так потно, блядь?
Не, я понимаю, там снайпер был. Откуда у него такая хорошая позиция, блядь, была? Побежали на его. Мне это заебало уже, сука. Да, блядь, не убейте. Все равно отсюда вынесут. Сука, это нормально вообще? Бля, я здесь застрял попросту. Да ну сука, как ты... Мне уже нервы сдают. Как они делают? Эти уровни, блядь, которые тебя бесят постоянно, сука. Что вы утластите, блядь? Что здесь, нахуй? Максимальные уровни здесь вообще, блядь, непонятно какие. Да ну... Спасибо. Блин, по-моему, можно было когда-то отбрасывать эту ебучую гранату. Какие-то добрые времена, блин. Слушай, меня это уже вымораживает. Вот почему у меня в этот момент нету гранаты, блядь. Ще нахуй? Господи, как это, блядь? Очень точное оружие, слушай, очень точное. Прям мне нахуй нравится. Прям с ним рядом, блядь, пролетело нахуй, оно не засчитало ему. Нихуя не засчитало. Куда оно полетело, хуй знает. Куда ты собрался, уёбок, сука? Спасибо за помощь. Отмороженный это уровень, я в ахуе просто на максимальном. Какой же нахуй отмороженный уровень? Во, сука. Мерзость ёбаная. Хуй он подойдет, блин. Сука, сейчас только... Дай, ну... Как я не люблю такую? Ну где ты? Где ты нахуй? Почему на этот раз нахуй меня ебёт другой? Почему не ты? Слушай, они нахуй настолько нахуй все, сука, так четко ебать целятся, что это пиздец, блядь.
Эти снайперы. Блять, нужно тушить вот этих, сука. Где они, блин? Ну, пиздец, блядь. Ну все. Это конец, нахуй. Дебилизм, блядь. Ну, сука, это неадекватно, что у тебя жизни восстанавливаются, нахуй. Так долго. Четко, четко. Ага, ага. Что будем с этим делать? Скрестим, да? А какой нахуй дыши как, блядь? Заебал, я думал, вас уже нету, блин. Сука, и шо она бегать делает? Ну вот ничего. Пиздец. Хоть бы отвлекла его там на себя, блин. Я ебу, ебать здесь, конечно, максимальный уровень. Это пиздец какой-то. А что ты там обойти решил? Пидорасы они, блин. Давай откроем дверь. Грубо говоря. Что они скрывают. Фу, ебать. Я сейчас в ахуе просто. Да, здесь есть такие уровни. А, и такие уровни есть. Outlast тоже. Ой, ну, Outlast. Готово. Причем тут Outlast, нахуй. В Last of Us, блядь. Здрасте. Что это? Какое-то письмо. Подпись. Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные. Тучи сгустились над Раем, но мы должны сохранить его богатство. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать. Взорвать дамбу, уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Держи. Спасибо. Давай искать ход. Окей.
Здесь опять что-то нужно смотреть. Все, тут следы обрываются. Ну и куда они пошли? Пираты-призраки. Осмотримся. Да лучше так не шутить, наверное. А то мало ли. Так, спасибо. Тарелочка какая-то. Все? Больше ничего нету. Здесь какой-то ход должен быть. Поразительно. Что? Что там у тебя? Это британский плакат о награде за голову Эвери. Похоже, он гордился, что все его ищут. Так, чувак, куда нам идти тогда? А, вот что-то. Зажигалка Сэма. Что, обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? Нейт. Да. Есть там что? Вроде да. Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделала? Где Либерталия, кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... Нажал. Неплохо. Ну, гоу, гоу. В письме сказано, что Эвери переместил сокровища на корабль. Ага. Думаешь, сокровища еще на острове? Я думаю... Думаю, это уже не важно. Ага. Осторожно, Нейт. Гоу, поехали. Ага. Ого. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Вот и все, покидало. Смотрится ненадежно. Ну что ж, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Зубовитер. Пока-пока.